сами пришли и сказали, дайте нам диплом, потому что мы хотим участвовать еще раз. Потому что у него 17 лет. 17. Куда микрофон-то унесли? Отдайте микрофон. 17 лет. Но вы сейчас все услышите, и вы поймете. Впереди очень много вокального искусства, еще школы, репертуар, там все надо еще наживать, нарабатывать. Но, как сказал Сергей Борисович Чайковенко, наш член жюри, он сказал, у него есть то, чего научить нельзя. Всему остальному он потом научится, приобретет, а вот то, что у него есть, научить этому нельзя. И вы сейчас это поймете. Микрофон-то отдайте, люди. Коварная третья премия из зависти была. На микрофон. Воскресить прозорливо.